Ханрон, мне заскочить на ферму Альвареса? А ты видел Чичерона? Не помню. Ты его не забыл бы. Чичерон! Хочешь унизить целую армию в одиночку? Вот идиот-то! Тебе всегда мало! И не стыдно! Я все делал для тебя, и что получил взамен? Хабрун! Ну и катись! Мне плевать! Надо! Видишь, что мне приходится терпеть? Если бы не я, из Чичерона давно сделали бы Росконполо. Я взял его под свое крыло. Сделал лучшим боевым петухом Яры. Но потом заявились Сальдадос. Они хотели арестовать меня за передачу денег Ламораль. Чичерон вышел из себя. И когда он вкусил крови Сальдадос, на свет явился сильнейший повстанец Яры. Теперь Чичерон пренебрегает петушиными боями. Он жаждет убивать тех, кто угрожает невинным. А я, идиота, пытался усмирить его гнев. И Чичерон сбежал от меня в поисках новых жертв. Его цель — загон для армейских собак. Сальдадос разводят псов и учат их убивать повстанцев. Но Чичерону нужен боец, который защитит его от Чичерона. Я никогда не стану бойцом. Но ты другой, такой же, как Чичерон. Помоги ему. Рапидо! Чичерон побежал сражаться с псами в одиночку. Где была? Дани, они устроили КПП, чтобы высматривать беглых изгоев. Уничтожь его, пока никого не поймали. Спасибо. Чичерон, я Дани. Смотрю, ты суров и любишь кудахтать. А вот злые псы тебе явно не по душе. Коня, только спокойно. Не стоит. Псы то заперты. Ну да.
подключили связи с Аламарой. Это молодые люди такие же, как мы с вами, которые вместо того, чтобы учиться, сражаются за чужие идеалы. Их сделали популярными Костя Гарсия и ее приспешники из Либертад. Они идут по стопам тех, кто хотел привлечь к себе внимание любой ценой во имя Заланки. Это просто заигрыши, которые не думают об этом. Мой отец тут будет в последствиях, он учит меня быстрее. Вы тоже можете быть из Лайка. Но на мораль, бог, они приходят вас на бой. Надо не понять, кто из нас Чичероном кому помогает. Чичарон? Нет. Он разорвал их на части. Я никогда не видел ничего подобного. Как только первая капля крови Сальдада попала на клюв Чичарона, мой петух изменился навсегда. Но теперь он, кажется, нашел спутника, который защитит его в борьбе за справедливость. Защитит? Да я его боюсь. Напиши его имя на водонапорной башне. Пусть все трепещут перед Чичароном. Ладно. Нам с ним вернуться на ферму? Я сам тебя найду. Кровавая битва Чичарона за справедливость только началась. Специальное обращение эль-президента Антона Кастильо. Яра всегда была бриллиантом.
Каждый день наши храбрые солдаты борются с лжеяранцами. Они рискуют... Грасиас, Дани. Ты настоящий боец и артиста. Чичарон явно впечатлен тобой. Я хотел сражаться вместе с Чичароном. И он оторвал мне руку, чтобы оградить меня от битв. Но теперь ты сможешь защитить Чичарона. И это отлично. Ведь Чичарон ненавидит военных и пойдет на все, чтобы запугать Сальдадос. В здании неподалеку хранятся важные документы. Военные тайны, расположение отрядов, список тех, кого режим хочет казнить. Чичарону это противно. И он хочет порвать эти документы в клочья. Они пожалеют, что не перешли на компьютеры. Ну, сразишься вместе с Чичароном еще раз? Ничто не помешает Чичарону добраться до жертвы. Ни живые, ни мертвые, ни бумажки. Ладно, Чичарон, я за тобой. Иди поработай в поле. Займись полезным делом. Что? Нет, Карахо! Горшки! Зачем ты это сделал? На что мне теперь жить? О, нет! Стой, Чичарон! Подожди! Интересно, есть ли здесь записи о военных преступлениях Кастильо? Как прошел мой день? Ну, я сражался вместе с кровожадным петухом, и он взорвал грузовик. А как твои дела?
Сэр Чичерон! Тебе нужно пролить. Все бумаги уничтожены. Чичерон в порядке. А что, Сальдадос? Все мертвы. Если честно, это была какая-то бойня. Да, Чичерон любит хорошую бойню. Не забудь написать где-нибудь имя Чичерона, чтобы увековечить его победу над Сальдадос. Чем выше, тем лучше. Я скоро буду. Ладно, Чичерон. Только мы с тобой. Ха, погнали! Так. Какая цель у нас в этот раз? Кокосы? Ягуары? Может, самолет? Нет. Повстанцы, чокнутые. Что этот мангуст тебе сделал?
Давай же, ну. Кетременда РСНГ. Чичерон знает, как испортить вечеринку. Карахо! Ну ничего себе! Суппуэсто. Что Чичерон хочет, то он получит. Это точно.